Вот так стояли, вот машина стоит. Они никуда не ехали, просто стояли. Сразу разобраться во всех перипетиях произошедшего оказалось довольно сложно. Как выяснилось, первоначально на перекрестке Восстания Восход столкнулись «Лада» 99-й модели и белая «Лада Калина». От удара последнюю отбросила прямо к обочине. Там же впоследствии припарковались еще два автомобиля и решили помочь участникам ДТП разобраться в одной аварии, но поучаствовали в другой. Сидели в машине. Вот это получается. А нет, вот это получается, его вот этот. Как вас не заметил? Ну, вот он его, он меня, я того. Стояли на остановке с этой машиной, вот, грубо говоря. Вот. Подъехал друг, и где-то минут через 20 ехала Калина вот эта. И к нам, получается, в Калину, в восьмерку и в 14-ю врезалась машина. По какой причине водитель черной «Лады Калина» не заметил аварийной ситуации на дороге, будут выяснять сотрудники ГАИ. По словам многочисленных очевидцев, он даже не пытался тормозить. Он ехал с разъезда Восстания, получается, в сторону Ибрагимова. И, получается, не уступил дорогу, может, был, я не знаю, в каком состоянии он был. Нет, он же бордюр подлетел. Бордюр подлетел и оказался на этом месте. Едва не задев стоящую на перекрестке «Ладу» 99-й модели, черная «Лада Калина» собирает в одну кучу все три припаркованные легковушки. Как выяснилось позже, у водителя черной «Калины» в этот вечер был день рождения. По словам сотрудников ГАИ, парень сделал себе отличный подарок – букет разбитых автомобилей.